Биткоин достиг нового максимума и, преодолев отметку в 7 тысяч долларов, продолжает расти. Большинство экспертов высказывают мнение о дальнейшем продолжении роста биткоина. Мы полагаем, что возможность хардфорка биткоина является основной причиной огромного всплеска интереса к нему. Чтобы получить дополнительные монеты, инвесторы покупают больше биткоинов и обменивают альткоины на биткоины, что вызывает огромный спрос, отмечает Константин Гладыш, генеральный директор Changely.com. Аналитики же Goldman Sachs заявили, что консолидация биткоина возможна на уровне 8 тысяч долларов. Шеба Джафари, технический аналитик Goldman Sachs, сказала: «Рынок показал импульсивный рост, когда пробил отметку 6044 доллара. Следующая отметка – 7941 доллар. Биткоин может консолидироваться там, прежде чем пойдет еще выше». Томас Ли, сооснователь FundStrat Global Advisors, полагает также, что к 2025 году курс биткоина вырастет до 25 тысяч долларов.